Абсолютно каждый, кто хоть раз боролся с лишними килограммами, слышал выражение «сжигать жир». А вы знаете, как его правильно сжигать? К сожалению, но сейчас мы это узнаем, потому что у меня в гостях наш супертренер и моя подруга Анита. Здравствуй! Привет, Надюш. Воплощение стройности и энергии. Кто-то говорит даже, что вообще сжигать жир – это миф. А ты как считаешь? Я считаю, что его сжечь возможно, главное – использовать правильные инструменты. Я не буду повторяться про правильное питание. Это и так должно быть понятно. Да? И про то, что 80% успеха зависит именно от еды, но 20% все-таки зависит от тренировок. Не нужно думать, что вот мы раскачаемся, станем здоровенные, вот такие, как мы видим иногда по телевизору, станем некрасивые, неженственные и так далее. Чем больше в нашем теле мышц, тем быстрее наш обмен веществ. И тем быстрее сжигается наш жир, даже когда мы просто сидим, ходим или даже спим. Поэтому мышцы тренировать нужно, но иногда не хватает на это времени. Я сегодня покажу тренировку, которая называется высокоинтенсивный тренинг. У меня сразу коленки начинают дрожать. Ты знаешь, что это будет очень тяжело? Надюша, тебе как обычно, как щелкнуть пальцами. А вот кому-то будет действительно тяжело. Что такое сжигается жир? Что в организме происходит в этот момент? Мы что, сгораем? Эти тренировки становятся как специя такая. У нас обмен веществ ускоряется, и у нас жир сжигается не в течение самой тренировки, а еще в течение 4-8 часов после того, как тренировка закончилась. Вот в чем секрет. А кто когда-нибудь занимался высокоинтенсивными тренировками? Так, ага, есть единички. И что, хорошо? Понравилось? Да. Начнем? Да. Ты точно готова? Я да. Хорошо. Давай мы сделаем коротенькую разминочку. Руки скрестно назад, скрестно назад. 3, 2, 1. Надюша, ты же у нас всегда размятая, правильно? Ой, и помятая даже иногда. Делаем круги руками. Вы уже поняли, что для того, чтобы сделать высокоинтенсивную тренировку, много места не понадобится. Так что, пожалуйста, не просто смотрите, как мы машем, а присоединяйтесь. Нам понадобятся гантельки и скакалка. Что делать тем, у кого еще не завелись дома гантели? У кого гантелек нету, то всегда можно использовать бутылки с песком, достаточно удобно. И у кого нету скакалки, всегда можно прыгать просто так без скакалки. Пружиним вниз. Какой вес гантелей нужно взять для начала? Для начала можно взять гантельки килограмма 2, затем 3, затем, как мы с тобой профессионалы, 4, а там... Ты что, принесла мне 4 килограмма гантелей? Надя, прыгаем. Оп. Руки под колени, круглой спиной наверх. И поднялись. Есть. Тренировка закончена. Не мечтай. Нет. Приступаем. Берем гантельки. Надюш, мы будем все делать по 10 повторений. Это немного. Мы делаем упражнения одно за другим. Подряд, без отдыха. Готово? Да. Ставим стопы параллельно, и мы делаем приседания вместе с жимом руками вверх. Ага, поняла. Что, ага? Я уже делаю. 2. Вдох вниз и выдох наверх. 3. С выдохом. Наверх. 4. 7, 8, 9, 10. Есть, Надюша, опускаемся вперед. Гантельки держим. Тяга рукой. И раз. Сразу. 2, 3, тебе нравится? 4. Что-то подобное со мной конюшок делал. 6, не может быть. И скажи, с кем приятнее, Надюша? Он меня потом еще на руке вверх поднимал. Не, не, вы видели? Не жди от меня, не жди. Так, есть, возвращаемся обратно. Ставим 2 ноги вместе. Наклоняемся вперед, делаем такой журавлик. Наклон вперед и представляем. Опять ты первый раз махлюешь, Надя. Мы с тобой уже так давно вместе. И ни разу еще журавлика не делали. Я только посмотрела грозным взглядом. А Сергей Конюшок говорил, что надо чуть-чуть носочек внутрь направить, и тогда шататься не будешь, Надя. Еще 2 раза. Так, последний раз. 1 гантельку оставляем на полу. Оп, перебегаем вперед. Ложимся на спину. Одна рука в потолок. Надя, ты постоянно что-то придумываешь, чтобы смахлевать хотя бы чуть-чуть. То на шнурки завязывает, то на прическу поправляет. Правое колено согнуто, левое... Ровная. Рука на пояс. Будем чувствовать пресс. В правую руку дай гантельку. Правую? Ага. Поднимаемся наверх. И гантельку вверх. Все время удерживаем. 10 раз. Ужас. 2, 3. А ты что, сегодня пришла издеваться, что ли, просто? 6. Потренироваться. Да. Анита, и какие же мышцы 8. Мы сейчас накачиваем? Руку вверху держи, пожалуйста. Во. У нас работают все мышцы, Надюша. Сегодня я тебе не буду давать никаких четких ответов. Просто работает все. Так. А как дышать? Выдох наверх. Кто еще может? Мы делаем 1 руку правую. И знаешь почему? Потому что на следующем подходе мы будем держать в левой. Поэтому ничего не пропустим. Ага. Идем дальше.
Ставим гантельку. Угу. Будем мы делать с тобой прыжки в длину. Становимся с какой-нибудь стороны. И с разгону. Не прыгали мы с тобой тоже еще, да? Не. Посоревнуемся? Я плохо прыгаю. Главное, чтобы не больно. Допрыгнуть до краешка коврика. Готова? Пока. Только не как в спортивных прыжках. Знаешь, они на попу сразу. Нет. 3, 2, 1. И... Ух! Отлично. 10 раз. И вперед. 1. Назад. Сразу. 2. Каждый раз стараемся прыгать максимально далеко. 3. Еще. 4. Класс! И остались 2 раза. 9. И последний раз. 10. Отлично. Спасибо за поддержку. И берем скакалку. Любая тренировка должна состоять из силовых упражнений. Именно эти упражнения наше тело делают маленькими в объемах. И должно еще в промежутках быть кардио. Идеальное кардио – это скакалочка. Когда меня спрашивают, какой тренажер купить домой, велотренажер или беговую дорожку, я говорю, купите скакалку. Если хватит мотивации на то, чтобы хотя бы раз в денечек попрыгать на скакалке минут 5, тогда уже можно задумываться о каком-то большом дорогом тренажере. А вы можете все вместе крикнуть «Хватит!»? Спасибо! Ладно. И ладно только потому, что у нас впереди еще таких 3 круга. У нас с тобой пресс, другая рука, левая. Левая нога остается согнута, правая рука на живот. И левую все время будем держать в потолок. Готово? 3, 2, 1. Поехали. Вверх, выдох. Кстати, завтра, если ты мне позвонишь с утра и скажешь, что у тебя болит все, то я буду очень рада. А если нет, то я плохо делала, да? Абсолютно верно. И тогда мы с тобой завтра еще потренируемся, Надюша. Сверху стоп. Есть. Ты молодец! Анит, ты понимаешь, что люди, которые нас сейчас смотрят, видят, что это тяжело. И это действительно очень тяжело. Как можно себя дома заставить, если Аниты Луценко рядом нет практически? Просто глядя в телевизор это делать. Но есть искушение перестать. Вот можно заниматься 1-1.5 часа, а можно позаниматься 5 минут. Да. И эффект будет точно такой же. Может быть, даже и лучше. Я думаю, что 3 раза в неделю заставить себя на 5 минут должны вы сами. Хотите красивую фигуру? Я вам могу гарантировать, что если в течение 1 недели 3 раза вы сделаете эту тренировку через день, то в конце недели ваше тело поменяется. Это 100%. Вы будете смотреть на себя в зеркале и начинать ощущать какие-то новые изгибы, какие-то новые формы увидите. Я поняла, какой может быть стимул. Скоро же весна, правда, девчонки? Нам так хочется влезть вот эти маленькие джинсики, в которые никак не удавалось. А мальчишкам, чтобы одеть рубашку с коротким рукавом, а тут вот такое, ну, бицепс, которое называется. Вот это и есть прекрасный стимул. А как сделать интенсивную тренировку, чтобы она действительно была эффективной, Анита нам показала. Так что давайте делать. Делать. Спасибо тебе, моя дорогая. На здоровье. Я устала.